итоге. Тройной Тима. Мечта сбывается. Сбывается. Договорные матчи, надо. That egg. Did it move? Меня пугает только двухмановый спел на убийство. Я думаю, я не буду с Тима начинать в этот раз. Че его терять? Я начну с грибов. Один очень хочу увидеть Тимоху под Down and Dusk'ом. Нет, я думаю, все. Please, I have connections. Думаю, что это все хотят увидеть. О, идеально. Сейчас грибами закидаю. Начинает с грибов, и тем самым пропускает офигенный диалог Тимохи с этим зверьком. О, ну блин. Грибодека, ей. Мог только апнутого ставить можно сейчас против против этой колоды, да. Блин, он так на пауках забафается сейчас. Не хочу еще одного. Там Элиза может быть. Не вижу смысла терять сейчас Тима. Получу урон. Ну и чё с ним? Ну и черт с ним. Вот я типа думаю, а можно еще Зефир с Эйджем, типа, Тимоху скопировать? На всякий случай. Но это очень не темпово, я прям столько темпа теряю. Не знаю, посмотрим. Манга, это же наркоман. Не знаю, нет, вряд ли. Эй. Почти он апнул Люциана, это очень плохо. Мне его пока нечем убивать. Вот сейчас, если он убьет двух пауков, у него Люциан апнется. Я думаю, что в любом случае надо Тима на следующий ход ставить. О, хочу я делать эту атаку или нет? Чтобы почистить стол, но у него Люци капнется. Нет, не хочу. Мне надо Тима дожить. Тем более у меня теперь Чампвумп может дефаться от Люциана. Чумповум. Да, Тима это следующий ход. Походу. Под конец, под самый. После чего шестерочка и... да. Ой. Ладно, теперь... теперь он может убить... Чумпа-вумпа. Ну, притянуть его и ударить Люциком. Опа. Херня, на самом деле. Я бы эту карту убрал из колоды. Полная херотень. Романтия. Чё, тройной Тима готов. Это, получается, будет...
Сейчас даже и не посчитаю. Около 200 грибов в колоде, наверное. Утраивание. Ах, вот так вот. А вот об этом ты не забыл? Понял. Ну, ладно, дедуля-то жив, как бы. Поэтому, эй. Передаю ему ход. Эй. Я знаю, зачем мне сейчас карта. Сделать деда невидимым. И добавить еще чутка грибов в карту. В карту, блин, в этот. В колоду противника. Еще буквально 3 гриба. Каждый гриб сейчас важен. Каждый гриб. Это же даже не на один ход иллюзив, это в принципе иллюзив. Он даже выложить ничего не может. Ну, поехали. У него 7 манны. Он может убить Тима. Просто он может его убить. Но, что поделаешь. Мы ставим на то, что наша карта сыграет. Yes! Это 58 грибов, потом 116, 228 грибов. Ну, поехали. Чат, поспамьте любви в чатик, да. Поспамьте грибочков. Я обожаю эту игру. Как это круто. Блин, что у меня упало? Карта захвата упала. Хер с ней. Какой сочный звук, вы слышали? Вы слышали этот звук грибочков?